Канал поставки нелегального спирта перекрыт в Беларуси. Милиция выясняет личности поставщиков контрафакта. Изъята крупная партия стоимостью 280 тысяч рублей, сообщает УВД. Фуру с алкоголем остановили правоохранители в Брестской области. В прицепе большегруза находились бутылки с жидкостью общим объемом 14 тысяч литров. 33-летний шофер пояснил, что не знал, какой товар он перевозит. Известно, что ранее за подобное нарушение мужчина не привлекался. По документам это должен был быть антисептик. На самом деле в кузове находились емкости по 5 литров со спиртом, который предназначался для дальнейшей реализации жителям Гродненской области.